44-летняя светская львица удивила своих подруг эффектным образом. Яна Рудковская заявила, что не устанавливала силиконовые импланты. Жена 36-летнего фигуриста Евгения Плющенко показала красивое видео. Продюсер снялась полулежа, опершись на локоть. Сквозь прозрачный бюстгальтер была видна грудь Яны. «Какой крутой образ», — отметила модель Елена Перминова. Огненных лайков не пожалели Светлана Бондарчук, Юлианна Караулова и другие подруги Рудковской. Ксения Собчак отметила, что продюсеры сняли с мокрыми волосами. «Может, пора так начать ходить в жизни», — предложила супруга Константина Богомолова. Бюст Яны удивил и ее недоброжелательницу. «Я не пойму, у Яночки своя грудь или нет», — ехидно поинтересовался телеграм-канал «Небо жена». Рудковская ответила на эту реплику. «Вот с чем-чем, а с грудью меня природа точно не обидела. Готова еще 15-го размера кому-то отдать. Надоело таскать, хочу маленькую», — заявила Яна в своем телеграм-канале «Голубь мира». На этой неделе Рудковская сделала откровенное признание. Яна сказала, что мечтает о дочери. Однако после перенесенной операции она больше не сможет иметь детей. Рудковская и Плющенко вместе уже 12 лет. В сентябре они нежно поздравили друг друга с розовой свадьбой. Супруги поделились с поклонниками романтичными снимками. В августе продюсер Димы Билана отдохнула с мужем на фешенебельном курорте на Сардинии. Яна принимала соблазнительные позы на яхте и откровенно целовалась с Евгением.